А что-то я нажал. Может, перегриб? Или у всех все налито и можно продолжать? Поехали, поехали. Впереди долгий день. Кстати, Алекс, факт. А ты можешь, ты если скачал, говоришь, этого, как его, палача, потом торрент не закрывать, может, я через тебя как-то перетяну, потому что у меня процентов на 20 он скачался только. Ладненько, так, смотрим, что пишет Дикей, так, что пишет Дикей. Мне веселее, у меня два одинаковых диска Oblivion. Я в магазине в далеком 2008 году Oblivion купил, и он стал моей любимой игрой. А потом в 2011 я предзаказал диск Skyrim, и мне в магазине в подарок подарили диск Morrowind. И два дополнения на отдельных дисках к нему. И Oblivion, и еще один. Врублен торрент. Я тебе говорю, вот у меня за весь день 20% скачалось, и все. Эти игры прям нормально. Быстренько такие. А палач не захотел. А почему из СССР? Че, мы это. Мы этим. 97-98 занимались. Причем мы занимались этим в лесу. За городом далеко. Это мы приехали, типа на шашлыки. Мы пошли погулять по лесу. Нашли там... Блин, я уже не помню, что мы нашли, откуда мы взяли этот свинец и кирпичи. И потом вернулись такие, давай плавить в банки в жестяной. Это вот говорит, знаете, о чем? Говорит о культуре отдыха русского человека. Ты приезжаешь в лес, находишь свинец, кирпичи, консервные банки. Ядрить на природу приехали. Отдохнуть. Почти угадал, мастер Виа. Здравствуй тебе. Кстати, привет всем, с кем не поздоровался. Но ты ошибся на 3 года. Угадай, в какую сторону. А мы продолжим, пока ты гадаешь. Поехали. Не, мы не в песок наливали, мы вот в кирпич наливали. А из кирпича такие потом кругленькие, цилиндрические штучки доставали. Гудрон, кстати, я не жвал. Покрышки мы не жгли. И медальончики из расплавленного полиэтилена не делали. Я был прилежным мальчиком, вообще-то. Г-36. Так, надо с парнями поговорить, в общем-то. Обсудить происходящее. Тут цветы какие-то. Почему они не выбрали какое-нибудь пустынное место вообще, чтобы ничего нигде, никаких деревьев? Просто вот этот вот... Вот это вот то, что они предложили... Блин, у нас карты закончились. Костра не будет. У вас вокруг лес, ё-моё! Ладно. Все. Замерзнем к чертям этой ночью. Я думаю, сегодня мы устроим оргию. Потому что у нас карты закончились. А греться как-то надо. Так это... Слушайте. Так нет же ж. Они гении. Они такие... Они такие, ой, у нас кончились карты. О, костер никак не разжечь. Блин, будет холодно. Нам нужно как-то греться. Правда ведь? Клава. А Клава такая... Да. И в общем, придется, наверное, выключить дальше. Потому что это там даже плашка 18+, не спасет, скорее всего. Да ты не кидай никуда, Алекс Факт. Давай после стрима договоримся, если что, посмотрим. Но, кстати, да, вот как вариант предложил Фантомас на Яндекс.Диск. Оттуда прям моментально все быстренько скачивается. Либо на Google Диск. Но я не в курсе, на Google Диск можно заливать большие архивы.
Давайте снова взглянем на нашу холодную подругу. Дело не в том, что она была как-то к нам относилась плохо, а просто замерзла, да. Просто замерзла. Магия заколочная. Что он сделал? Крючок для рыбалки. Нифига себе, гений. Ядрить, иди в лес. Собирай палки. Не только на удочку, кстати. И не только от своих друзей. Но для костра тоже не помешало бы, я думаю. Так, справа пришли, значит, пойдем вниз, потому что здесь нам делать нечего. Правильно? Правильно. Неправильно. Ну, вроде правильно. А, во, вперед. Естественно, в гущу событий. Очень сухое дерево. Пойди расскажи своим друзьям, что можно разжигать костер из этого всего. Через скайп. Вполне возможно, мастер. Вполне возможно. Не зря же она панамку у нас брала в начале игры. Мне слышится или какой-то дяденька мне нашептывает что-то на ухо? Сейчас, подождите. Сейчас. Слушайте. Сейчас будет. Сейчас. Ладно. Собственно, куда пойти дальше? Может пойти учиться? Бестолковые дети! Идите учитесь на программистов! Остров они устроили. В лесу. Так, я забыл. Здесь, в общем-то, делать больше нечего. Возвращаемся обратно. Да, Алекс Факт справа стоит и что-то шепчет. Скорее всего, типа, перепройди Митрона. Мы ей панамку, она нам пилот. Это... смешно. Ладно, так. Мы справа пришли, значит, вниз надо. Я, по-моему, только что оттуда. Квесты, которые мы заслужили. Нет, ну вот здесь, вот честно говоря, на халтуру похоже. В Митроне актерская игра была на голову выше. Вот прям на голову того Игорюхи, который был Митроном. Но тем не менее выше. Там все-таки как бы они... А тут этот бездельник такой... Ой, извините. Куда я пришел? Вообще чувак не заинтересованный. Тот качок играет лучше. А это уже о чем-то договорит. Да, вот это вот ходит, жует жвачку там. Ты в игре или как вообще? Я что-то не вижу твоей заинтересованности. Качай. Ну как я качать-то буду? Как я буду качать, когда стрим идет? Если я буду качать, тогда стрим не будет идти. Просто у меня настолько быстрый интернет, что у меня все падает сразу. В компьютере. У меня все в порядке. Со здоровьем. Знаете, на что был похож этот звук?
Догадайтесь. Так, то есть он решил просто крючком ловить рыбу. Без наживки, без ничего. А вот это жутко. Так, мне нужно срочно... Где мои колеса? У меня нет колес. Ну вообще это какой-то... Этот, как это... Хоррор-рейв, я не знаю. При свете дня. Теперь этот листья жрет. Он сидит и ест листья. Там труп гниет, а они листья жрут. Вот и, а вот если бы вы сразу ее начали есть, она бы не начала гнить даже. Можно было съесть вообще без ничего. Еще и карты были на тот момент. Даже прожарить можно было. Нет, нет, не надо. Молчи. Прожарить и... Спокойно. Все, тихо. Поплыли отсюда. Мне кажется, это типа не флешбэк, а это типа, блин, ну я пытался. Проклятый остров. Не, ну, это, вот этот в Панаме хотя бы, типа, попробовал такой, но он спрятал, что он ест. А этот реально засунул листочек такой и пожевал. Ну, хорошо, в конце выплюнул. Так, в общем, посмотрели на этого товарища, пошли наверх. Нам где-то палку надо найти. А, в смысле, для удочки. Давненько не заглядывали себе в карман. Опять кто-то хихикает. Чертов Джокер. Нифига, это макросъемка только что была? Why so serious? Let's put a smile on your face. Ну, типа того. О! Нормас. Головоломка решена. А, нет, не решена. Это все та же стрелочка, которую мы уже замечали, по-моему, в прошлый раз. Мне тоже показалось, что я ее не видел, а я ее видел. Я думал, он веточку какую-нибудь возьмет, а он не взял веточку. Пошли посмотрим. Кстати, давненько мы не ходили пить березовый сок. А в конце, когда все дети умрут, в этой игре я имею в виду, окажется, что они просто находились на трассе спортивного ориентирования. Это были ориентиры, черт побери, если бы они вовремя посещали в школу, ходили на физкультуру и участвовали в социальной жизни своего учебного заведения, то могли бы ориентироваться и выйти в первый же день из этого леса. И на самом деле это не остров, просто у них двойки по географии.
Кажется, я знаю, чем закончится эта игра. Как бы вот эта фигня нам легонько намекает. Чувак, все твои друзья умрут, а ты повесишься. Пошли пить березовый сок. Ну, посмотрим еще, как качок. Кстати, я не запомнил, как зовут качка. И где Коля? А Коля знаете где? А Коля-то с Клавой? Как и Борька в свое время. А Клава? Траванула, скорее всего, с помощью моей панамы, естественно. Подругу! Кажется, я знаю, кто убивает людей. Блин, я разгадал! Все! Это самое! Где Клава? Сейчас Клаву найдем! Шлеп и... Ну, дальше посмотрим. Блин, а я не могу теперь к березке выйти. Нету варианта сходить к березке. Кажется, Катюк доедает Колю. Да не, он листочки жует. У него бы мозгов не хватило на то, чтобы сживать Колю. Не знаю, ну потрогай ее еще раз. Что-то как бы... Где-то я что-то пропустил, судя по всему. Нельзя больше ее трогать. Пойдем туда сходим. Окей. Ниркан, ты сейчас заспойлерил просто всю фигню. Я собирался Lost смотреть, а ты вот вообще. Забаньте кто-нибудь Ниркана. Деревце-то оно деревце, конечно, но чё от него толку? Здорово, сталкер Василий. Да, не говори, до чего технологии дошли, да? Это Детройт, между прочим, Become Human, новая игра от разработчиков Heavy Rain и вот тех самых игр популярных. Садись. Вот это шутка. Извините. Просто, кажется, у меня этот... Все, короче. Крыша поехала. Палку? А ты как думаешь? Штанину сунул. Так, камень. Ой, блин, опять на весь экран. А, кстати, у вас нормально так видно, да? Ну, почти. Я хочу камень использовать.
Честно говоря, я не понял, что он только что сделал. Сначала я подумал, что он отрежет ей палец, чтобы попробовать поймать какую-то серьезную здоровую рыбу. Ведь палец так похож на червяка. Да и кровушки там привкус бы был. Но нет, он отрезал у нее от руки червя. Я пошел. Я не хочу больше об этом думать, я пошел. Вообще не понимаю, почему они ее целиком не прикрыли. Типа, им нравится приходить и смотреть на нее. Мертвую. Ядрить они некрофилы. О! Ядрить! Чувак, а ты где? Что, листики дожрал? Серьезно? Все листья доел, вот тупырь. А нет, не все. А ну-ка. Как вкусно. Пойдем наверх, Соня. Рыбу еще успеем наловить. А, не, я тут был, мне тут не понравилось. Пошли рыбу ловить, давай. Интересно, а будет мини-игра с ловлей рыбы? Возможно. Чё, тут будем ловить? Или еще чего-то не хватает? А ну пойдем, кстати! Я же не попробовал поиспользовать здесь какие-нибудь штучки. Штучки? Ладно, их здесь нельзя использовать. Но нам нужна типа веревка, я думаю. Типа, у нас есть ветка и крючок. А где взять веревку? Леску. Ну, лески, само собой, мы здесь не найдем. А вдруг? А вдруг карты переплавились и стали леской? Нет, не стали. Ну ладно. Волосы с трупа, я тоже об этом подумал, но они слишком ломкие у нее. Ты видел, что она крашеная? Ну какие они? Там никакой крепости не будет. Да, нам нужна веревка. Ну хотя, это же игра от школьников. Будем использовать волосы. Раз эта маленькая девочка не дожила до того момента, когда мальчики бы могли использовать ее волосы в другом... Все, не слушайте меня, пожалуйста. Выключите звук, мне очень стыдно. Нет. Ничего не произошло. Здорово. Сядь, посиди, подумай. Подумал? Посидел? Пошли дальше. Из дерева веревку? Не, это извращение какое-то. Представляете? Здесь надо было нажать на нож. То есть, именно в этом месте. Подожди, ты копье делаешь? Здорово, Коля. Чё, как дела? А я тут ветку точу. Ну чё, поймал? Да я не ловил ещё. Да. Ну, ладно, я пойду на дерево лезть. Корабль высматриваю. Корабль?
Он что-то прятал от нас. Черт побери, нож испарился. Ну и ладно, я вообще не понял, зачем ты точил палку. Ну типа, она так... Что с ней должно было стать? Хорош сталкер, Василий. Крафт начался вяло. До финального крафта катера было очень и очень далеко. Согласен. Ну пошли этого календрясика камушком-то скинем с дерева, да? Это наверняка он спер. А кто же еще? Свинюка. И он сюда упадет. Короче, я все продумал. Берем камень. Нет? Просто смотрим наверх. Давай, лезь, лезь. Вот, залезай на дерево, корабль пытайся посмотреть. А, ну, перестань смотреть в камеру. Что это за... Что... Тебя не учили, что ли, не смотреть в камеру, когда снимаешься в позорных фильмах? Или... не фильмах. Как это называется? Играх. Вообще никогда не смотри в камеру, если ты... серьезный актер. Вот, залезай на дерево, корабль пытайся посмотреть. Залезаю корабль посмотреть? Вот. Я корабль залезаю посмотреть? Корабль. Залезаю. Я посмотреть. Ну, лезь, лезь. Лезь, лезь. Это не Коля, это парень, который весь урок искал на карте Гондурас. Ну, блин, мне надо было посмотреть, освежить в памяти эти замечательные моменты. Что, собственно, друзья, вы можете сделать по ссылке в описании на наш канал на Ютубе. Там есть прохождение Метрона просто. И там был этот парень. И вот эти все вроде, наверное, тоже как-то были там связаны. Может быть. На дереве будет что-то интимное. Да, его любимый сучок, наверное. Или его любимый качок. Водичка как журчит. Душе приятно сразу становится. Ну блин, было приятно, пока эта музыка не заиграла. Пошли в рыбу ловить. Ща как рыбу, ух, поймаем. Нет. Не поймаем. Прицел даже, видали какой? Фига себе. А, ну вот, у нас есть веревки. Да пора бы уже кроссовки жрать начинать, кстати говоря. Поймал. Ай, червяк сорвался. И уплыл. Подумал, что за дебил? Ты как собрался вообще на такой крючок ловить? Ты что, кита ловишь? Синего. Пора резать палец. О, смотрите-ка, в прошлый раз мы на крючок нажимали, теперь можно на удочку. Попробуем еще раз. Может быть, червь нам и не нужен.
Так, бесконечные шнурки. Отлично. Опа. Ах ты. Сорвалась. Да конечно, там ничего. Червяк-то есть, вон, нарисован же. Давай, поехали еще разочек закинем. Он просто каждый раз закидывает шнурки свои. Потом такой, а, сорвалось, развязывает, обратно зашнуровывает. Потом думает, ну блин, надо еще раз попробовать. Это ж рыбалка, типа, ну не всегда ты сразу достаешь рыбу. Да я уже понял, что я не посмотрел что-то. Слушайте, ну барышни-то до сих пор нету. Да, она могла подеваться. Клавка-то все? Пропала? Теперь скачком? То с Колей, то с Борей, то с скачком. С нами только ни разу не пропадала. Только шляпу у нас попросила. Блин, кажется, я ее неправильно понял! Вот как и с рыбой сорвалась. А я как доверчивый дал ей, просто дал ей шляпу. А она в... О, господи. Ну камень что-то не работает нигде, я пробовал. Я ж теперь все просматриваю эти фигульки. О, игра сложная, блин, надо думать тут вообще. Вообще, я не понимаю, Малик. Либо я разлагаюсь, либо игра сложная. Залазь наверх. Left 5. А, господи. А, здесь можно попробовать половить. Ядрен батон, а ну давай. Действительно, а что это мы тут еще не пробовали же, ну. Это мы там попробовали, там рыбы нету. А здесь, может, она есть. Но сцена со шнурками, надо сказать, та же самая. Вот это килька! Нифига! Жри ее сразу! А
как бы выразить это помягче. Зачем он по ней камнем ударил? Походу, да, походу, Коля Гондурас упал. И стопудово на сучок же, который мы обточили. Ночью, пока никто не видел. Вполне возможно, Сэм Стайл, он такой, блин, ну это же живое существо, и камни ты, на! Все такое, трое убито! Еще я, кажется, задавил пару сотен муравьев. Поэтому моя миссия здесь окончена. И такой, руки в боки, и полетел. На сучок. Это шедевр. И присел такой. Упал. Шо пищишь? Никогда не видела такой здоровой палки, торчащей из мужика? Наверное, у него голова закружилась. Он 3 дня ничего не ел. Думаешь? Мне кажется, это... Ладно, не важно. Наверное. Да сверху ложите, какая разница? Главное, ей лицо прикройте, а то она страшненькая. Хотя, через неделю будет уже ничего так. Да ну на лицо их вообще целиком. Чего вы, что... А что она руки сложила? У нее не были сложены руки. Подозрительно. Слушайте, мне кажется, Клава там кого-то еще нашла, помимо качка, потому что мы с качком как бы принесли тело. А она все равно убежала в лес. Зачем? Непонятно. Ничего себе, ты же вокруг земли оббежал и вернулся на то же самое место? Хотя ты должен был с другой стороны, наверное, тогда вернуться. Может быть, Алекс Факт. Может быть. Блин, рыбу оставили, и дрыть надо... Надо за рыбой обратно идти. Вяленая. Сейчас березового сока наберем, вяленые рыбки навернем и заживем красиво. Пошли к рыбе. На месте Панама. Сейчас нет Панамы, там есть Панама, все нормально. Не было, да? Ну, бывает, забывает. Проклятый остров. Проклятый остров. Да, конечно, этих ребят... С актерским мастерством немного хуже, чем у мертвой собаки. Да, мы так скоро уже до конца доберемся. А 60. Такой, хоп, 60-89. Ну тут просто сценки, так, ладно. Не будем вдаваться в подробности, просто будем смеяться над этой игрой. Я думаю, она того заслуживает. Я писал, кстати, этой актрисе в Метроне. Она мне ничего не ответила. Но симпатичная барышня выросла, надо сказать.
Мое уважение. Кофе кончился. Теперь я буду не так весел. Да, я же писал. Я же рассказывал тогда потом, что я написал ей. Спасибо за игру. Не, вряд ли. Популярный. А ты как думаешь, Неркан? Естественно, она звезда. Нет. Кроме меня и Алекс Факта, ее, наверное, никто не знает. Ну, из... Там, не знаю. Типа... Типа, кто ее может знать вообще? Появится? Серьезно? А, в алкашах в этих? А, бухло. Бухло, да. Следующая игра у нас Бухло называется. У нас тут новая сценка появилась. Теперь можно подглядывать за девочками из-за кустов. Мне, подожди, можно еще эту сцену? Мы все умрем. Нет, мы умрем не все. Ну все, мы с тобой вдвоем, ладно, как бы типа ладно. Выжили. Ну зачем же вы так? Йоу, йоу. Я был о вас... Совсем иного мнения. Ах, неужели, неужели это ты отравила Ир? А затем, столкнула бедного Кольку с дерева и пырнула ножом Вадика. А все из-за чего? Из-за этой дурацкой записки, да? Заткнись. Записка здесь ни при чем. Я только облегчила Иркины страдания. А Кольку? Я не убивала. Это сделал он. И поплатился за это. И поплатился за это. И поплатился за это. И поплатился за это. Ладно, не нервничай, девочка. Спокойно. Положи нож, и мы все обсудим. Не подходи. Положи нож, и пошли заниматься популяцией на этом острове. Нас двое. Есть нам нечего. А через 9 месяцев будет что? Это слишком. Ну а что мы еще используем? Естественно, камень, да, кидай в голову. Пока она там чешется. Метка! Че, ты как, жить будешь? Ну, он вроде держится за бок, как будто ему не сильно-то и больно. Да бей меня, я все равно не жилец. Ты же знаешь, я бы никогда этого не сделал. Зачем ты Колька-то? Он же мухи за всю жизнь не обидел. Они с нескольких камер еще это снимали, представляете? Мне кажется, или кто-то... Жесть. В какой-то момент мне показалось, что сердце ее тихо, медленно, но бьется. Не раздумывая ни секунды, я ударил ее ножом несколько раз. Ну вот и все. Остров вдоволь насытился кровью в эти дни. Я убил их всех своими собственными руками. Я вытер нож и долго сидел на берегу и ждал спасения, как было обещано в записке. Ведь я выполнил все условия. Борька, Вадик, Клава или нет? Клава. Неужели? На этот раз она была мертва.
ведь я только ранил ее. Она все-таки нашла в себе силы и отомстила мне. Теперь и мне крышка. Странно. Даже в этот момент надежда не оставляла меня. А что если... я убью сам себя? Будет как раз 3 человека. Негрик! Какая жесть! Дьявольским образом я все же обрету спасение. Да? Записка не может врать. Это знак свыше. Я обманул совесть, смерть и самого себя. И с этими мыслями лежал я так, истекая кровью, час, а может и 10. Что? Что за... ГГВП изикатка сейчас там написано, я такой БАМ! При съемках игры ни одного хорошего человека не пострадало. Попав на остров, не теряйте надежду и не делайте глупостей. Пам-пам-пам, все, минус канала за суицид не будет, потому что мы предупредили, это игра и перца... Это была шутка. Гениальный сюжет. Оскар, где Оскар? Где Оскар? Пожалуйста, выдайте им Оскар, пусть уже все закончится вообще, больше не делайте, пожалуйста, игр. На 100% прошли, между прочим. Опа, бонусные материалы. А, это заново. Нет, спасибо. Нет, уж увольте. Метрон круче, да. По хронометражу. Не, сейчас будет то, что уже скачано, собственно, но. Ну, я думаю, уже некоторые поняли, что будет сейчас у нас следующее. Не хватает одного, вот так вот. Угу.